Как построить баню своими руками? Здравствуйте! Как вы думаете, стоит ли построить баню своими руками, имея в распоряжении дом на берегу реки? Вот и мне казалось, что данный вопрос стоять не должен. Бюджет ограничен, но мы его частично компенсируем человеческим ресурсом нашего коллектива. Нам так, короче, чтобы это дно не открывалось, потому что, да, потому что оно все время расшатывается. Ну, может, каким-то таким этим? Да тут же хуйня, нам это и низ открывать. Так низ, он же будет все равно открывать. Он будет отваливаться? Конечно. А что да, робить? Доска, труха, она вот таким этим, скобом аж сюда, типа. А, скобом и отсюда такими, сюда. Металлическими, вот да, отсюда сюда. Поскольку строительство бани предполагается на берегу реки, то процесс осложняется очень сложными грунтами, суглинок и сезонным колебанием уровня воды. Посему строить баню было решено, используя плитный утепленный фундамент. И первым делом коллектив нашего колхоза принялся копать котлован 12 на 4,8 метра. Благо, это пока можно выполнить совершенно бесплатно. Как построить баню своими руками недорого, мы не знаем, поскольку подобного опыта мы не имеем. Но уверяем вас, что обо всех сложностях и материальных тратах при коллективном строительстве мы будем сообщать своевременно. Кстати, если вы знаете, как построить баню максимально близко к реке, пишите в комментариях. Любой совет приветствуется. Ну а пока мы просто изымаем грунт из одного места и складываем его в другое. Работа монотонная, но мы к ней морально готовы. Результат после 7 дней неспешной работы постройки бани своими руками. Благодарю за внимание.